Пили мы снотворные таблетки, не ксилонит, потому что ксилонит реально не помогает. А я засунула в сосиску двойную дозу. Пойдем посмотрим, съест. Но это успокаивающее, это не снотворное. На-на-на-на-на! Что даю? На! Она к тебе бежит, Ань. Вон, молоко налилось. На-на-на! На! Хоть бы она съела. Не надо ему отбирать. Давай, ты отвлекай его. Сейчас она съест. Хоть бы съела, а. Все, она проглотила. Прикинь, она прям... Сейчас ты будешь мега спокойная дама. Да, смотри, как распухли. Надо лечить. Ой, какой ужас. Вчера так не было. На. На, моя девочка сладенькая. На, на. Смотри, Аня, она как подходит. На-на-на-на-на. На. Смотри. Ты можешь себе это представить, как она близко подходит? На. Ну, я жду, пока она сама возьмет. На-на-на-на-на-на. Сосиска-то вкуснее. На. На-на-на-на-на. На-на-на-на. Что даю? Ну, сосиска, конечно, вкуснее. На. Я хочу, чтобы она знала, что если с рук поесть, ничего не будет. А эти, все дети, да? Да, видишь, они все. Все дети. Надо девок, то, а там еще мелкий, так жалко его. Их все равно потравят. На-на-на. На, что даю, что даю? На-на-на-на. Нет, у нее грудь просто кошмар. Аж вытекает вон мокрое все. На-на-на-на-на. На. Сейчас она мне цепь. Да, она не цепь. Мне кажется, она осторожно это будет делать. Да ладно. Прогресс. Она тебя сейчас знает. Смотри. Тоже, да, взяла? Ну, у тебя больше шансов взять. А у него что на глазу? Они так удивительно сели посередине того, кого мы хотим поймать, и вокруг все детки, и ее 5 штук. Мы ждем, пока мать успокоится. Да. Как вы можете без мозга? Так, главное, ровно. В общем, чтобы собака успокоилась, ей нужно 1-1.5 часа. Мы дали ей лекарство 20 минут назад. Там в составе какая-то кислота и травы успокоительные. Я забыла ошейник, сейчас я поеду за ошейником. Моя приятельница пока там тоже волонтер, Аня. Пока она там с ними, сейчас я съезжу, еще возьму сосиску, чтобы она подошла ко мне. Короче, посмотрим. Главное не делать резких движений, чтобы она потом нас не пугалась. Взяла сосиски, ошейник. Давайте, знаете, что я сделаю? Я возьму самого крикливого щенка и ручного, вот этот, чтобы он не убежал. Поманим мамашу еще щеночком. Все средства будут хороши. Щеночка. Смотри, как бежит. Давай мы его в машину, может, она прыгнет. Вон, сынуля твой, вон он. Нет, не сынуля выбегает к маме. Наоборот. Иди, иди вот там, иди. Я отойду. Иди к сыну. Иди. Лишь бы сын не убежал. Можешь его привязать к ручке? А то он прыгнуть пытается. Блин, уже дождь пошел. Она видит сына и плачет. Сыночек там твой, заходи. Не надо плакать. Там сыночек, сутки не видела сыночка. Это их расплодилось от одной за год. М? Сыночек там. Иди к сыночку, иди. Иди к сыночку, иди. Ставили мы там сыночка и маму. Нет, я на тебя не смотрю. Желательно нам с той стороны. Ага, не встречаются, да? Давай. Смотри, 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 смотри. Встретила сыночка. Как это мило. Сынок сразу к титьке бежит. Она его, мне кажется, увезти хочет. Безопасное место, да? Смотри, она бежит. Типа, беги за мной. Смотри, смотри. А, видишь, тянется. Смотри, смотри.
Лариса Лена хочет захватить и увезти. Мы сейчас дали ей таблетку еще. Уже час почти прошел. Мы дали ей таблетку снотворного. Посмотрим, что будет. Еще дождь пошел. Я щенка в машину положила. Хочу, чтобы она в машину залезла. Давай, ты подойдешь к машине? Иди. Вот сижу, я жду, пока собачка это уснет. Я офигеваю, как много бездомных она наплодила за полгода или за год. Она одна. Там много девочек, и там полно опять наплодиться. Их почему так мало? Потому что от администрации идет приказ, и их отравляют. И выстреливают. Красота. А этот пончик сидит. Я его взяла, потому что он самый спокойный и людей любит. Ну, мамашу вы видели, эти мне этот. Ну, вот уже дали и успокоительные таблетки на основе трав и феназепам, что ли. Короче, которые спать хочешь как-то. Снотворное еще дали. Посмотрим. Вроде она сейчас засыпает, но она любое движение вот так делает. А вот почему их выстреливают. Слышите, они кого-нибудь видят шорох людей, они сразу кидаются. Ну, конечно, это ненормально. В общем, вот собачка бездомная. Иди сюда. Иди ко мне, иди. Меня спрашивали, хотели такую собачку. Давай тебя пристроим. Поедешь со мной? Ты не то, что мамаша вон та. Ты идешь в руки, да? Худой такой. Без ошейника, да? С бездомышами гуляешь. Ручки хорошие. Это у меня кто уже брал щенков. Своей маме хочет теперь. Ручки хорошие, так что давай, заходи, завтра он за тобой заедет. Короче, ребят, мы не смогли ее поймать, уже снотворного и чего такого, у нее аж вымя красное. Я не знаю, что с ней будет, но мы сделали все, что мы могли. Малыша привезли, пошли. Пойдем, малыш, пойдем. Ой, дома, чтобы мои собаки не сожрали. Не сожрут? Надеюсь, мои собаки в доме. Пошли, пойдем, спрячемся. То мои собаки тебя скушают. Им пойдем быстрее, там Джек был. Фуэска. Фух, чуть Джек не сожрал. Как я успела чудом, а? Ой, я аж запыхалась. Куда его, к щенкам определить? Сейчас пойдем посмотрим. Дам еды, заманю в сарай немножко. Пошли. Пойдем, чтобы он там переждал. Давай, иди сюда. Тут тепло. Заходи, на. Кушай, малыш. Голодненький, худенький. Ну, пойдем пока к щенкам. Давайте ужин. Этот в угол как будто его посадили. Идите кушайте, давай. Кусять. Голодные. Ой, воду надо поменять, грязная уже. Все, воды поменяла на чистую, корм насыпала, консервы. В этот раз из курицы были, из конины, в прошлый раз, сейчас из курицы. Ой, что-то я очень сильно устала, я уже не могу. Ловили мамашу, не знаю, часа два на холоде там были. Еще там все опухло, у нее красное, я не знаю. Вечер, и мне кажется, им не хватает этих консерв. Сейчас поедем за молоком покупать. Я уже, честно, легла бы и не вставала, мне сил уже нет. Надо их кормить, они что-то плачут. Завтра девочка сегодня должна была одного забрать, вот этого пушистика, вот он бегает, вот он. Но она не смогла. Я бы отвезла, но она в другом станице, другой. Я не могу туда ехать, у меня уже сил нет. Поехали за молоком им. Так, уже стемнело, мы купили молока настоящего коровьего, не магазинного. Делаем с хлебушком, мама говорит, чтобы сытнее было. Сейчас пойдем кормить щеняточек. Посмотрите, как они будут радоваться. И что, у меня вспышка на телефоне работает. Хватит, а то и молока не будет. Угу. Пойдем. Мои деточки спят! Они мясо не доели, я ж не могу в мясо кидать. Да. Молоко. Сейчас я мясо заберу. А вот воду вылью, я туда молоко налью. А потом и воду опять нальем. Мои глазенькие! Вот этого забирают, сейчас покажу. Завтра вот этого забирают. Или вот этого, что-то такое. Сегодня должны были забрать, но у нее не получилось приехать. Давай, вот эту. Давай моим рыбонькам. А, ты такую же принесла? Зачем тогда с той воду вылила? Чтоб помыть ее. Вот сюда можно? Сегодня я такая захожу, они ковер выдирают, вон. Думаю, ах вы собаки. На. Котя. Ой, я что-то сейчас перелью, да? Там еще пес, которого я сейчас подобрала. Ему тоже молока бы оставить. Что-то я тупанула. Ну, кто хотел кусать, а кто боится? Не боимся.
Подходим, не стесняемся. Такой акции не будет больше на сегодня. А собака здесь, рядом? Собака в внутряднике. Надо сюда чуть-чуть перейти. Короче, они как проголодаться подойдут. Мне уже надоело с ними сюсюкаться. Мы немножко перелили той собачки, которую завтра забирают бездомная. Как я его одним днем. Наливаем сюда. Пошли кормить. Я его нигде не вижу и все раскидываю. Пёсель! Мам, двери закрой, а то он убежит. Двери закрой, пожалуйста. На, покушай! Ты, бедненький, плакал, аж папа меня чуть с дома не выгнал. Сказал, что за крики? А у нас туда ушел. У нас вот, извиняйте, у нас тут сарай, мусор полно. Вот это наш внутрядник, что папа сказал, что здесь не надо. У нас тут крыша прохудилась, я не знаю, здесь аж заходить сюда страшно. Ну, двери замыкаются, по крайней мере, можно Джека, говорю, пёселя оставить, завтра его хорошие ручки заберут. А то я ходил с бездомными. Его там, отвечаю, его там отравят и все. Там всех судьба одна и та же ждет. Он тусуется с бездомными животными. Кушает все, что ему дают. Все, ему дадут отраву, как каждый год это делают. И он бы тоже погиб. Но я объявление уже дала в группу города, во все группы. И спросила, никто не потерял, что если кто потерял, отзовется. Да, сутки еще есть, пока у меня его заберут. А то скажут, взяла чью-то собаку и пристраиваешь, да? Он очень классный, ласковый вообще. Малышек, не бойся. Он худенький был. Ладно, пойдем, мам, я устала хоть. Я сегодня не садилась еще. Ах ты маленький. Он молоденький, видно. Да, видно. А он молоденький, полгодика, может быть. Видно, прям он близко к немецкой овчарке похож. Ну, пошли. Авария у нас смотрящая. Ходит и смотрит, что, куда мы пошли. Проверяет, контролирует. Идешь домой? Давай. Варя у нас обожает улицу. Она только ходит по природе, бывает в травке сидит. Варя за нами хочет бежать. Не прыгай, у тебя лапок же нет. Рыженький, где? А, он копает лоток, типа. Короче, мы ушли от этой, типа, немецкой овчарки, и слышим, у него началась истерика. Он там орёт, рвёт и мечет. Короче, у нас 2:00 ночи, он устроил истерику. Иду. Выходи. Выходи, малыш. Пойдем. Подожди. Малыш. Усик, давай тогда по двору погуляешь, лишь бы Джек тебя не сцапал. Приучаю я его, чтобы он лег сюда. Но это лишь бы Джек с утра не сожрал его. Надо раньше всех проснуться. То мама... Ой, куда ты делаешь? Это мои щеночки ночью. Как они позевают, а? Этого забронировали. Ой, тут вас много. Так, кто разбудил меня 2:00 ночи, а? Пока не выпустила во двор, он не перестал орать. Вот паразитик маленький, а? А так спокойно спит тут, да? Так, ну детвора проснулась. Сейчас воды дам. Ой-ой-ой-ой-ой, как вы плачете. Я поспала сегодня 5 часов. Мне вчера много людей написали по поводу щенков, где мои ключи, что хотят забрать. Их было настолько много, что у меня столько щенков нет. И я знаю, что там на рынке, на другом уже, там еще собака родила, и тоже щенкам нужны ручки, и тоже очень красивые щенки. Сейчас поеду на машине и проверю. Сейчас 7 утра. Проверю, там ли щенки. Если там, я их тоже заберу. Пусть придут ко мне. Я сказала, приходите ко мне и выбирайте. Придут ко мне, если всех разберут, то пусть выбирают еще из тех бездомышек. Пожалуйста, не прыгай. Ой, какие красавчики. А вон те два, ну то им тоже нужны ручки. Блин, коробку не взяла, может в багажник. Или в салон как-то. А у вас нет коробочки нигде тут? Малыши! Ну, так, очки мои! Малыши!